Обзор на Скоряк. Всем привет. Купили Фиесту пятидверную жене, чтобы она каталась с ребенком. Такая по кузову среднее состояние, под днищу достаточно неплохое состояние по сравнению с другими тачками. По мотору вроде бы работает, но что-то там его подтрухивает. И по охлаждению какие-то косяки. Вентилятор на тумблере. Ехали вот сейчас, машина пару раз пыталась кипеть. Вентилятор сперва работал, сейчас работать перестал. Кондишка не работает. Что еще? Тормоза приехали, полностью был сухой бачок тормозной. Чтобы поехать оформляться в ГАИ, пришлось заглушить задний контур, потому что я выявил, что оно сзади капает с трубок. Ну, это нормально, как бы. Машина старая, магистрали поменяем. Ну вот, потом с клапанки щупа маслом не кидает, не дымит нормально. Что тут еще? Ну, так в целом, как бы, сделали. По ручкам какая-то лажа. Так, это она сейчас, типа, закрытая. Это она не открывается. Ну, косячки вот такого плана. Типа зеркало не блокируется. Там трос порванный, не регулируется. Эта дверь открывается, закрывается. Вот эта дверь. Короче, у него был косяк классный. Что стоял родительский контроль. Вот тумблерочек этот. А ручка эта такая дубовенькая. Там тросик, наверное, загорел. Когда ее открываешь, она оставалась в полузакрытом состоянии, полуоткрытом. И дверь хлопаешь, она не закрывается. Только ручку не поправишь. И она не закрывалась вообще никак. Ну, с руки. Убрали родительский контроль, и все. Работает. Вот эта дверь, он говорит, не купил оригинальный тросик, делали какой-то самопальный короткий, поэтому ручка с салона. Он сказал, что она открывается, у меня этого не получилось. Поэтому пока с улицы открываем через открытую форточку. Адски неудобно. Вот такой вот руль стоит. У нас на Фиесте был трехспицевый. Этот четырех, мне этот больше нравится. Тахометра нету, как у нас тоже. Магнитола какая-то вот такая родная, но она не арбайтон. По крайней мере, может, предохранитель, может, сама магнитола не подключена. Ну и так вот это вот по мелочи всякое говно нерабочее. Вот это вот, что зеркало никак вообще не реагирует, там, наверное, тросики либо сломанные, либо не подключенные. Вот эту хрень сломали. Ну и так, в целом, потолочек не провисший, как в моей был. Сидушки грязненькие, но вроде бы целые. На этот чехол даже не снимали, все равно на чехлах будем ездить. Ну так в целом, такие вот косячки присутствуют по тачке. Тут нету этой фигни. Замки не работают, только с сигналки дверь открывается. Вот эта хрень, он ломаная. Ну как бы заглушек этих на большинстве Фиест нету. Тачка на колпачках. Сигналка там хитрая какая-то тоже бывает. Заведешь, она работает, потом глохнет, пока еще раз сигналкой не пикнешь. Был у него удар в морду. Был в морду удар. И, короче, подогнуло вон этот усилитель бампера. Вон он долетел до радиатора. Из-за этого ушли крепления фар. Жестко. Теперь фары держатся у него только на... по одному болтику. И адски болтается, особенно вот это. Потом он купил новые фары, поставил новые фары, новую решетку. У него вот эта фара по-китайски сделана. Короче, когда врубаешь ближний, гудит этот сервопривод регулировки фар, а фара не работает. Если перекинуть провода, то будет все работать. Ну, я этого сделать не смог на улице. Точнее говоря, не стал. Короче, вот так вот такая вот Фиеста. Буду потихоньку готовить, поэтому, скорее всего, видосы будут практически как гайд по обслуживанию тачки.
предыдущая Фиеста у меня пробыла больше 9 лет, наверное, во владении. Поэтому с этой я знаю, что делать. Ха-ха.